Ангелина родилась и живет в Анапе. Учится на третьем курсе анапского филиала Сочинского государственного университета. И, как признается, очень любит свой город и гордится малой родиной. Главные цели для меня – это самореализация, ну и, конечно же, развитие. Закончить свой университет с красным дипломом, так как образование для меня играет очень важную роль. Я хочу выдвинуть свою страну на международный уровень. Для меня важно, чтобы о моей родине знал весь мир. Как признается девушка, все участницы настроены благожелательно друг к другу, но на конкурсе такого уровня всегда сильная конкуренция, поэтому Ангелине нужна наша поддержка. Отдать свой голос в интернет-голосовании можно на официальном сайте «Мисс России 2018». Анапчане, я жду от вас поддержки, надеюсь, что вы будете голосовать за меня, так как я тоже анапчанка, и я рада с гордостью представлять свой город, родной город Анапу, на таком национальном конкурсе, как «Мисс Россия-2018».